Утешитель души истины, и живи везде сы, и все исполняй сокровище благих, и жизни подателю, приди, вселися в мы, и очистины от всяких скверны, и спаси блаже души наша. Господи, благослови нас, Господи, и слава веки веков. Аминь. Так, наступает Страстная Седмица. Кто в силах и может храмы четверга хотя бы по коридору побывать, потому что служба там, ну скажем, необычная, это в году раз бывает. Вынос плащаницы, там чин погребения делается, чтение 12 Евангелий, Евангелие священник. Вот. Ну, четверга, утром, там, вечером. Вот. Кто может, значит, сходить. Вот. А здесь у нас будет, я после праздника, в понедельник утром, на Светлой Седмице будет пасхальное утреннее. В понедельник утром, как обычно делаю. Я приеду вечером. Здесь и вечером я буду там митрополиту, там Христос, а утром в понедельник, как обычно, у нас будет пасхальное утреннее. Так, ну, что вам еще сказать? Там у нас все живые потеряются. Не знаю, я не работаю. Так мама наша говорила, мам, ты что болеешь, а что, говорит, болеешь? Суббота придет, а я откивать опять некого. Сюда шутила она так. Ну, все, значит, все, начинают, братья работают у нас. Уже все равно готовятся. Да, уже не готовятся, уже начали. Баранование проводят. Да. Мы берем о том, сколько гектар забраним? 30. 30 гектаров сейчас мало. Это даже сотую часть, наверное. Ну нет, не сотую, поменьше, но все-таки уже. Так, ко мне какие вопросы есть? Никаких нет. Батюшка, можно я спрошу? Давай. Читаю в Покаянном каноне, и там такие слова. «Видел я во гробе брата своего бесславным и безобразным или безобразным?» Безобразным. Безобразным. Все-таки это безобразным. Ну, мертвый человек, ну ты... Ну, мы хоронили наших братьев, но я не помню безобразных, понимаете? Ну, то есть нет ничего, красоты-то нету. Нету ничего, какая там красота? Правильно, правильно. Безобразный. Безобразный. Ну, конечно. Да, нет ничего. То есть лежит уже подверженный тлению. Без образа, который вот, был до этого. Вот, без образа. Да, тогда безобразный. Ну, вот в чем у меня вопрос. Ну, правильно говорит, что образ потерян, еще с потерянным. Потерянный образ уже нет. Хоронят, он показывает, уже в монастырях лицо закрыто всегда. Прах да. Лежит уже, все там это. И другие даже прикоснуться уже и то как-то... Удаление не а образ потерян, образ Божий потерян? Нет, внешний образ. Внешний образ. Который Бог сотворил, а потом воскресит. Бывает так, что... Это вот благодарственная кафе, говорит, я видел, как лица умершие, которые как бы сидели. Бывает такое, что человек мертвый, он как-то лицо, как у него, это да. Такое вот я про то же. Радостное бывает. Но это бывает не у всех так бывает. Кто как умрет. Вот так вот. Еще что? Можно вопрос? Давай. Ну вот, батюшка, хотел спросить, помните, как родная меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала. Ну, то есть, человека провожают в армию. Это так всегда было. Когда нас провожали в армию, то это деревенская пьянка. Да. Пьянствуют там день-два, пьянствуют в армию провожают. Деревенская. Ну, а там же говорится о том, что не надо тебе ходить там родину-то защищать, Москву там, они сами без тебя обойдутся.
Я к тому, что вот брат вчера написал у нас в WhatsApp, может без него обойдутся там на фронте-то? Я вот что думаю. Как вы думаете, батюшка? Вы же знаете что-то об этом? Ну, ты вопрос задаешь такой, который, значит, это... Риторический? Да нет, у нас можно сказать так, я всегда... Бой, говорит, видим, говорит, издалека, когда так издалека. Каждым стратегом видя бой издалека. Мы смотрим, ах, вот это настало, что это такое. Там вот покажет мне, допустим, по как-то там ролик, что выступает один человек, бритый, и вот он там выводит, что там все плохо. То есть, ну в церкви там московской патриархии все, пропащие там и все сгнилые там патриархи, и все. Даже ролик меня, я освещаю автомобиль, а там говорит, сколько стоит автомобиль освещать, 2000 стоит. И показывает, я освещаю автомобиль. Да. Вот доказывай, что это... Ты говоришь, нет. Поэтому мы-то всего-то ведь и не знаем. Война-то идет не с Украины, идет война. Это все должны понимать, что идет война. У России... Где база российская расположена? В каких странах? На границе каких стран? Можете сказать? В Таджикистане. Ну вот, ну это Таджикистан, Советский Союз, что ты говоришь? Ну, а те, кто ведет с нами войну, базами уже обложили со всех сторон. Все. Это, что нужно? Россия это даже больше это и природные ресурсы привлекает, но не только это, а главное, духовные ресурсы привлекают всех. Тревожит, что... Должно быть так, как ценности, как европейское принятие, американская ценность. А какие ценности? Это вы знаете, какие ценности? Попробовали нас уже вводить ювенальные вести, но сейчас немножко попритихли. А то пришли, смотрят, кастрюля непомытая осталась там в обед. О, плохо, изъять детей из этой семьи. Кастрюлю нашли там. Или в кринке молоко было практически там стояло. Вот. Все, отобрать детей. Ну, понимаете, что идет-то? А мы сегодня сидим здесь, да, вот неправильно там это дело. Понимаете, мы молимся, чтобы Господь дал мудрости нашему правителю, как это, и тем, которые на то, чтобы умерил это. Вот. А надо или нет идти туда, там это, и что? Ну, да нет, не ходи, не это, ну, идут кто. Пришло время, может быть, и надо. А то, что кто выступает сегодня, даже про то, что, ах, вот молитву, об этом не надо. Я не знаю, но думаю так, что все-таки больше это те, которые у нас и было в советское время, больше было кто благочинный или настоятель церкви, кто? Украинцы Западной Украины. Да. Да. И сегодня это. Как это так? Братья против братьев пошли. Да какие же братья, когда сегодня там все... Делают и церкви, ломают уже и выгоняют. Только так должно, как там быть, в церкви. То есть язычество, полное язычество там уже идет. Ну, крещение, кто завел это крещение, что такое, как у нас есть? Вымочить только. Это оттуда все пришло? Оттуда. Все. Смотришь, даже сейчас показывает, крестит вроде ребенок разетый, раз только спинкой по воде. Раз, скользит по воде. Хотя и выступал патриарх Алексей, что полное крещение, но выступил-то сказал, на дальше-то дело-то не пошло ничего. Если бы было так, было строго сказать, что если только кто совершит так, то из церкви выйдет в штанах без подрясника. Нет, нет, нет. О, тогда бы дело направилось, пошло бы дело. А так сказали, да сказали, как я не делали, так и делают сегодня. Ну, ничто. А это уже, мы сейчас сидим, вот и... Да, вот так или не так, идти или не идти, там, не надо молиться за воинов. Вольному, за воинам войску, Господи, утверди в заповеди твоих первое прошение. Что плохое в этом? Чтобы Господь их утвердил в заповеди. Не надо молиться о воинах. Не надо. Некоторые там и говорят, вот не молятся, их запрещают. И те, которые против, чтобы все было то, что там, чтобы было у нас здесь было. Вот так вот. Молиться о мире, чтобы был мир. Все. А победе, победа, чтобы слово победа там, не желаем победы, чтобы не было победы, чтобы Россия не победила. Да молиться будем и больше, чтобы духовная победа это была. Вот. А не то, что там это.
Ну придет тогда, Ваня, не будем, будем сидеть, все придет сюда к нам, а тогда, тогда мы запьем, тогда скажем, вот это что ж такое-то. И так от этого уже, говорится, везде. Все, когда расплодилось, теперь схватились. Давай там о иммигрантах, когда иммигранты уже стали в Москве, там в других городах, свою, говорится, строить, чтобы русские жили по их законам. Так уже. Он и не спят, говорит, что это нормально сделали. Сейчас стали, давай проверять, кто это давали. То, допустим, приехал он через неделю получает русское гражданство. А у нас Настя умерла, сколько она прожила? Уже ребятишком были по 15-20 лет. Не могла получить гражданство, так умерла. Хотя она жила в Советском Союзе, вот она рядом. Нет. А те приезжают через неделю, там две. Так к нему потом приезжает 10-20 человек, и он как глава семьи, все получают гражданство. Все получают материнский капитал. То есть у них у каждой там минимум там 5-7 ребятишек. А теперь хватились. Вовремя надо было это все делать. Когда. И это то же самое. Вовремя бы делали, все не распускали бы это. И было бы, не дошло бы до нас это. Если бы строго соблюдали все, то не было бы этого. Все. А когда уже дошло до того, что вот оно, говорится, жареный петух, говорится, клюнул, тогда стали шевелиться, что теперь решаем, ой, делать или не делать. Ну не делать, не делать, об этом не рассуждайте. Не надо вам это. Не, нет, и ты не пойдешь. Я тоже не дойду. Мне дойти до вагона только. Ну вот и все. Не нам это уже решать. Мы молимся, молимся, чтобы Господь дал мудрости нашим правителям. Молимся, умудрил их. И тех, которые противные. Но какой-то вложил им мир, чтобы прекратить. Прекратится это. Сейчас уже разговор идет, что мир не может это долго быть-то. Ни те, ни другие не вытерпят это. Замеряться. Больше молиться об этом и все, а то так это, да что это. Еще что есть ко мне? Так, кто может, и там приезжайте, кто кого там просит, кто приглашает. Дорога есть, к нам можно проехать на машине. Если дождя не будет хорошего, то можно бы. А дождь пройдет, то тогда уже нельзя будет. Смотрите, если дождя нет, то намечает, приезжайте. Но когда дождь, то тогда на поезде, если кто уже намечал там ехать в гости. Вот так вот. Там мне... Говорили, звонили об отроке, который здесь это приехал, ты как его, Георгий? Георгий, да. Ну, я не знаю, я бы Егор? Егор. Егор. Я бы посоветовал так, что заплатить ему зарплату, купить билет. Ну все это сделать по ведомости, что заплатили. Билет купить там это. И на дорогу ему, как говорится, пропитание выдать. И отправить домой. Если он. Ну, такой, что это. Он звонил мне, я хочу в Потеряевку приехать. Я говорю, а как там Игнатий? Игнатий мне запретил. Ну, запретил ты, прояви послушание. А зачем ты приедешь? Кому ты приедешь? Мне с тобой заниматься некогда. Там, вот. У меня ты жить не будешь. А где ты будешь жить или прочее? Кто тебя там ждет в Потеряевке? А он может приехать, прийти там или что там. И все. У нас однажды было, значит. Женя Инчук здесь был, он на поезд садится здесь, в Барнауле. А проводница, когда проверяет билет, говорит, а да под стеклами еще, говорит, один сегодня едет. Он звонит, вы кого приглашали? Я говорю, нет, никого не приглашали. Я всех обзвонил, кого приглашали? Нет, никто не приглашали. Как фамилия? Она как-то сказала там фамилию-то. Ну, у нас такого нет, никто. Ну, мы встревожились, конечно, что это, кто? Я говорю, ты хорошо узнай, найди. И если это, ты прямо подойди и скажи. Чтобы к нам мы никто не приглашали. И он не выходил даже, чтобы. Сразу вызываем ОМОН. Там или прочее, милицию сразу говорят. А потом разрешилось, оказалось, что она посмотрела, а он этот человек-то садится в ребрихе до Подстёпного. Железнодорожник. У них там это автоматы, и он едет там обслуживать. Обслуживает, и там назад, потом через два часа поезд идет там другой, возвращается. Он в ребрихе садился, вот. Может быть, так. А это вполне. К нам приезжали такие. Утром приходит, зимой, 35 градусов мороза. Он приходит. Я ко мне подошел, там все заходит так. Здравствуй, здравствуй. Ты откуда? Я с Пушкина, с Подмосковья. А кто тебя приглашал? Никто не приглашал, я сам. И вот хотел сюда приехать. Ну, зимой не выгонишь куда. Ну, так проходи.
накормил его, обогрел его все. Дальше что? Ну, Артем, вот. Я вот хотел там жить и все, но у нас так не бывает без приглашения. Давай мы его отправляем, покупаем билет и все бы домой. Он до Барнаула доезжает, звонит через день, что я устроился куда-то кочегаром или работать. Ну, потом через 3 дня домой поехал, говорит. А я уже с отцом связался. Отец говорит, он говорит, что-то заболел, говорит, тайно, что он у брата работал, у брата его фирма, там компьютерная какая-то. Хорошая должность была, говорит, получал хорошие деньги, говорит, брату ничего не сказал, бросил все и уехал. Его. Ну и уехал он домой, приехал, потом через какой-то месяц отец звонит, говорит, погиб Артем, что, под электричку попал. Я говорю, как ты ночевал-то? Будка-то у нас не обогревается. А у него спальный мешок, я говорю, спальный мешок залез, говорит, и так дышал. Всю ночь до утра дышал он. Мы пришли бы в поезд, а там мертвый человек лежит. В мешке. В мешке, да? Вот так вот бывает. Такие бывают. Ехали там с Новосибирска, но он вышел еще там где-то недалеко от Новосибирска. Отъехал, вышел, и его нашли только весной, когда снег растаял, в лесополосе где-то замерз. Владимир его зовут, кстати. Какой-то там научный сотрудник там из этого Сахалингородка было. Поэтому без приглашения никто никогда мы никого не. Да, если пригласил кто-то, я отвечаю за него, принимаю, я отвечаю за него. Так, перед ним ответственность. А это так вот бывает. Поэтому ни в коем случае, я ему сказал это, ни в коем случае, говорю, не прям, мы тебя тут же отправим. И все. Другой какой-то приехал такой тоже там, это, давай, я мессия приехал, вы неправильно, вот я вам проповедую, спасение давай им там это. Ну а что не его? Покормил, кажется, Игорь Барабаш там, потом посадили его, а он одно свое проповедует, вот вам не хватает этого, вы заблуждаетесь, вот я мессия посланный, Богом его мессия послал. Ну они его довезли до трассы одноразово, и там вот, на трассе уже, проводили его до трассы. На трассу выбор. Там уже куда-то он уехал. Вот такие бывают, мессии к нам приезжают даже. Ну, каких только нет. А то приехал один какой-то, был уголовник или что. Я говорю, что ты? Да мне ничего не надо, мне чтобы крыша была над головой жратва. А кто-то из наших говорит, а тебе может быть под бок кого теплого еще подложить. Ну, да всякие бывают такие приезжают. Был владыка Евтихий, прислал, а он тоже уголовник какой-то, вот такой еще это. Я думаю, владыка, а зачем это? Ну, так у вас там может лучше. Так у нас и не исправительная колония, ты понимаешь? У нас и кто должен приехать, вот это и это. А он сразу ищет, где у вас закурить-то нету здесь, что ли, магазина нет купить? Попер, да нет у нас магазина. Лапки плети. Ну, всякие были, всякие приезжали. Так что первый год у нас печку ложили, говорится. Игнатий ложит печь там, в этом у меня русскую. А я пошел в старый дом, там что-то надо было взять. Смотрю, идет он что. Здравствуй. Где мне здесь батюшку найти? Я говорю, а тебе зачем батюшка? Ну мне надо, у меня свое. Ну у нас так не делал, как это, батюшку тебе найти. Ну а я в глину, у меня в костюме-то тоже помогал. Ну ладно, сейчас я говорю, пойдем, я тогда это. Ну довел я, когда зашел Игнатий, говорит, ты выйди, там человек требует батюшку, что-то со мной не стал разговаривать. Батюшку требует, иди с ним поговори. Он вышел его, а он говорит, покажи свои документы, кто ты такой. С улицы пришел, и у хозяина требует документы, покажи. Но у нас работали там Андрей Дробот был, потом этот Виктор Плеханов. Они здоровые такие парни-то. Андрей Устинов и еще кто-то из наших. Игнатий говорит, так, дали ему там огурец, что, хлеба там, проводите его, дорозец. А они все были, Игнатий там привез там эти военные формы, это фитиля там эти, шинели, они все в шинелях в этих фитилях, ну, военные люди. ОМОН. А вы что здесь? А кто-то из них говорит, это у нас спецотряд специально здесь, объект возводим мы это. Ты давай, доведили, смотри, говорит, если то ты отсюда тогда живым не уйдешь. Ну и они ведут его двое, значит, Плеханов и Андрей, здорово. Под руки взяли, а куда там, он только сегодня, они сразу руку назад, а двое сзади идут. Проводили его за деревню, иди, говорит, не оглядывайся. Ну все, ушел, пошел. Вот такие были. Ну вот так вот, отвлек я вас немножко. Ладно, занимайтесь все. Спасибо, Христос, батюшка. Давай.
сегодняшнее чтение, толкование Феофилакта Болгарского. Да. Дело в общем, что это что считается, это в церкви считали. Несколько лет назад я говорил проповедь на эту, вход Господень Иерусалим, советую прочитать. А кто-то пальцами замечает, и сколько раз ссылается в Библии. А это же у нас сегодня там было, повтор. Вот это вот. Пожалуйста. Пошли руку, чтобы еще пальцем так не было. Да, срок. То есть 5 страниц. Громче считай, чтобы... Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Евреи имели великую цель – приготовить приход Мессии. Все, что казалось мешающим этой цели, должно было исчезнуть, подвергалось уничтожению. Деяния 26:6-7. «И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение – надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию-то надежду царь Агриппа обвиняет меня иудеи. С малых лет приучали детей жить в законе Иеговы, чтобы слово его исполнялось в жизни. А это возможно только тогда, когда нам помогает Создатель. И это возможно только тогда, когда мы не нарушаем его закон». Иеремия 3:25. «Мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили пред Господом Богом нашим, мы и отцы наши, от юности нашей и до сего дня, и не слушались голоса Господа Бога нашего». Иоанна 9:31. «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». Согрешением относилось и нарушение установлений Божьих относительно празднования. Израилю было повелено 3 раза в год собираться в Иерусалим и воспоминать великие даты избавления их от смертельной угрозы и об избавлении от этой беды. Исход 23:14-17-21. 3 раза в году празднуй мне, наблюдай праздник опресноков. 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо воном ты вышел из Египта. И пусть не являются пред лице мое с пустыми руками, наблюдай и праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. 3 раза в году должен являться весь мужеский полк, пол твой пред лице Владыки, Господа твоего. Блюди себя пред лицом Его и слушай гласа Его. Не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего, ибо имя Мое в Нем. Второзаконие 16:16. 3 раза в году весь мужеский пол должен являться пред лице Господа Бога твоего, на место, которое изберет Он, в праздник опресноков, праздник седмиц и в праздник пущий, и никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками. Левит 23:40. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней. Праздник Пасхи или опресноков был главный праздник, праздник избавления, исхода евреев из египетского рабства. Воспитание шло в непременном соблюдении закона, а этому мешало население окрестных народностей. Но более всего препятствовало им соблюдать все их предписания и закона то, что они были не властны в этом, были уже под чужой властью, что победитель разрешит, только на этом они и могли проявлять свою религиозную ревность. 1 Маковейская 10:34. Все праздники и субботы, и новомесячие, и дни установленные, 3 дня перед праздником и 3 дня после праздника. Все эти дни пусть будут днями льготы и свободы всем иудеям, находящимся в моем царстве. 2 Маковейская 8:36. Тот, который взялся доставить римлянам дань,
от пленных в Иерусалиме, объявил, что иудеи имеют защитником Бога и таким образом остаются невредимы, потому что повинуются установленным от Бога законам. 2 Маковейская 11:24. Когда же мы услышали, что иудеи не соглашаются на предпринятое отцом моим нововведение эллинских обычаев, а предпочитают собственные установления, и потому просят, чтобы позволено им было соблюдать свои законы. И освобождение от ненавистных захватчиков поневоле становилось на первое место в их чаяниях. Устно и письменно, из поколения в поколение передавалось, как они получали независимость при разных царях, и как потом расцветала их страна, поднимаясь из праха и из развалин. Для войны с покорившим их, но не сломившим дух национальной свободы врагам, нужны были воины, нужен был вождь, оружие и провиант. Приходящие подсмотреть за Иисусом пытались совместить эти требования к ожидаемому Мессии с тем, что они видели в этом молодом проповеднике, популярность которого росла со дня на день. То, что Христос сделал однажды, легко переплавлялось в сознании народа, что он может это делать, тиражировать сколько угодно и мгновенно. Умножение хлебов так поразило их воображение, что они тотчас решили провозгласить его царем, не дожидаясь законных сроков перевыборов. Иоанна 6:15. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. От Луки 22:67. И сказали: «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите». Иоанна 10:24. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». От Марка 14:61. Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» В стране были различные партии: монархические, демократические, либеральные. Самое правое крыло – зелоты, тогдашние революционеры. Они готовили террористические акты, убийства из-за угла. Эти сикарии или кинжальщики были любимы народом, как люди дела, готовые пожертвовать собой ради свободы Израиля. Одним из таких был, мог быть Варавва. От Луки 23:19. Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Предание сохранило, что Симон Зелот был тем женихом, на чьей свадьбе был в Кане Христос. Для этих заговорщиков их товарищ Симон был потерян навсегда. Он был похищен Иисусом. Для римлян Варавва был убийцей-террорист, а для народа он был национальный герой. Вот почему народ с таким воодушевлением предпочел добиться свободу ему, а не Христу, который только говорил, но ничего не делал для свободы Родины. Воскрешение Лазаря накануне повергло в ужас врагов, а надеявшихся на скорое освобождение Израиля воодушевило провозгласить Иисуса царем. Если он мог воскресить одного, значит, он может сделать это со всеми солдатами Израиля, если они падут в сражении. Сам Христос казался им неуловимым, а это качество так нужно было их вождю. От Луки 4:30. Но он, пройдя посреди них, удалился. После его воскресения это качество еще сильнее проявилось в нем. От Луки 24:31. Он стал невидим для них. Иоанна 7:26. Вот, он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? В Христовой церкви вначале был только один праздник – Пасха Господня. 1 Коринфянам 5:7-8. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха ваша, Христос, заклан за вас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Чтобы стать участником празднования Пасхи,
и есть агнца, испеченного на огне ягненка, нужно было быть обязательно обрезанным. Исход 12.48. Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее. Обрезание же ветхозаветное преобразовало крещение наше. Колоссянам 2.11.12. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Как там через обрезание входили в общество Израиля, так через троекратное погружение в воду, через смерть для прежней жизни входим в корабль, в церковь, становимся чадами Божьими, теми, кто может вкушать от вечной жертвы, Пасху Христа. Вскоре стали праздновать христиане и второй праздник, крещение Господне, знаменующее и наше крещение, посредством которого мы входим в церковь Христову. Про отдельный праздник Рождества Христова не знали до времени Златоуста. Он просто совмещался с крещением. А про остальные праздники, какие у нас есть на каждый день по несколько, первоапостольская церковь ничего не знала. И этот двунадесятый праздник имеет для нас свое таинственное значение. Это не просто одно из событий из жизни нашего Спасителя и друга, но и наше участие в Его воцарении над нами, наше ликование. Никаких цветов искусственных не должно никогда быть в храме. Об этом еще говорил патриарх Алексий I. В церкви все живое, к живому живое, как святая святым. 3 Ездры 7.25. И потому пустым пустое, а полным полное. Ликовала природа, ликовали дети. Матфея 21, 9.15. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали. За 1000 лет до входа Христа на осленке царь и пророк Давид, воинственный и непобедимый генералиссимус из простого народа, прорек о победе младенцев над врагом. Псалом 8.3. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Златоуст разъясняет, что многое будет антихрист и дьявол подделывать, копировать с чудес Христа. Но вот это чудо им никогда не сотворить. Не будут младенцы восклицать, что антихрист грядет во имя Господне, что спасение в его лице пришло от вышних. Он окаянный, будет от нижних. Хвалы он не дождется от сосущих грудь матери. Пророк Захария пророчествовал об этом в ходе Господнем в Иерусалим так: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествует же дщерь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Конь – символ воинственности. Иов 39.25. При трубном звуке он издает голос «Гу! Гу!» и издалека чует битву, громкие голоса вождей и крик. Осел же признается как символ мира, покоя. Числа 22-21. Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями моавитскими. Судей 5-10. Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах, и ходящие по дороге, пойте песнь. Умирающий Иаков разревал этот день входа Господня и едва ли понимал таинственный смысл ослицы и осленка. Бытие 49.11. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей.
моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое. Христос пришел к своим, и хотя они не приняли его, но он сделал все для них, унавозил эту бесплодную смоковницу. Народ иудейский уже знал закон владыки неба и земли и трудился в исполнении его, был той самой ослицей под ярмом закона, труждающейся под ланью закона. Матфея 11:28. «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Языческие же народы изнемогали под законом греха, обремененные беззаконными жертвами идольскими, то есть бесовскими, были еще не объезжены, не носили на себе Господина Вселенной, Его заповедей. Он сам есть истинная виноградная лоза, и к себе привязывает сначала свой народ, а потом только осленка, языческие нации. Матфея 21:27. «Сказав им, пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, и молодого осленка с нею, отвязав, приведите ко мне. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их». Сначала Господь сел на ослицу, то есть все для своего еврейского народа он сделал, но они его отвергли. Затем пересел на осленка, то есть нам нести теперь его закон. Нести Христа, а не то, что нагрузили бы на осленка, не пустую тару. Так и сейчас загружают священники народ пустым обрядоверием, тяжкие бремена накладывают, а Господу и сесть негде. Нет места Библии в нашем сознании. Одежда для плоти точно так же, как плоть для души. Говоря о воскресении из мертвых, апостол Павел напоминает, что все души вновь вернутся в свои тела при пришествии Христа судить мир, оденутся в плоть. И вот тогда важно будем ли мы одеты в весон праведности, в одежду святости. 2 Коринфянам 5:3. Только бы и одетым не оказаться нагими. Откровение 19:8. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Исайя 64:6. Все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. Одежда наша обозначает плоть нашу, готовность пожертвовать всем для того, перед кем она постилается, со всеми регалиями на ней. 4 Царств 9:13. И поспешили они, и взяли каждый одежду свою, и подослали ему на самых ступенях, и затрубили трубою, и сказали: «Воцаряйся, Иуй». Матфея 21:8. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Ветви же означали приветствие победителя, что ему приписывают все заслуги в победе. Из веток плели венок. Откровение 4:10-11. Тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Надежда на Христа, что он тот, кто даст стране независимость, не сбывались. Он сам разрушал свой авторитет, и народ это понял, что его чаяния были преданы. И можно сказать, как и в биографии Иуды, что люди ответили предательством на его предательство их надежд. От Луки 24:21. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Более подходящего момента для воцарения Иисуса уже нельзя было и ожидать. Израиль в это время имел полуколониальную зависимость, когда в гарнизоне в Иерусалиме было строго ограниченный контингент войск. Но при путче могли тотчас быть введены новые когорты, и правящая верхушка
боялась этого прихода римлян, чтобы не погубить медленно накапливаемые силы, как в России во времена царства татаро-монголов. Успех Христа мог подстегнуть народ, и все, что накопили для настоящего восстания, будет уничтожено. Иоанна 11:48. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Иоанна 12:19. Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним. Первые христиане из евреев не могли расстаться с убеждением, что в церкви нет различия между эллином и иудеем. Они все же более привилегированные должны быть и в церкви, что руководящее место среди священства принадлежать им должно по праву. Они несли закон уже более 1600 лет, а эти только вошли. Можно провести аналогию. Когда осленок шагал по одеждам, то если бы он мог думать, то начал бы гордиться, что вот какая слава у него, какое ему приветствие в виде одежды под его копыта. Ноги же Христа совершенно не касались одежд на дороге. Рассказывают, что в середине века отмечали этот праздник у католиков якобы так, что в церкви издавались звуки по-ослиному в честь того великого осла. Сувениром же был навоз от этого знаменитого крикуна. Богу нашему слава! Положи туда, и счастье по... На веки, аминь! Вот это стихотворение прочитаем, оно прямо касается каждого, вот этого вот. Округи наложили. Поняли, что такое празднование? Это сколько? 44 раза только надо Библию открыть, чтобы понять до конца, что это такое. С чего ради они делали это? Это история, захват, ожидание народа, и как не сбывалось оно все. Все это подтверждено Писанием. Терпением вашим спасайте ваши души. Спасайте терпеливо, смирив дрожанье рук. Печаль мирская, смерть, сгибая кости, сушит, обрезав крылья веры, в смертельный сузит круг. Все мысли сфокусирует до лазерного блеска, до безысходной точки, все мне не пережить. Считай, пропал карась, натянутая леска, не оборвется, нет, терпением дорожи. Два снайпера в войну подстерегают срок, кто первым обнаружит движением себя. Войну подводной лодки до ночи перископ, скрывался терпеливо, без воздуха сидят. Какое горе, смерть тому, кто поспешит, кто миллиардам клеток не даст приказа ждать. Вот протопоп Аввакум в цепях съедают вши, но в сырости, в земле хранит их благодать. В Японии терпение возводят в добрый культ, зовет кондзё, источник геройства и труда. Всем строем, жизнью всей кондзё день-ночь куют, да, терпеливы выше пленивших города. С терпением ждут калеки движения воды, лишь первый, кто спустился, воды касался сам, здоровый возвращался из тысячи один. Терпение оценилось уже не по словам. Так царский сын, наследник, хоть с рождения сын, в терпении Соломоновом продляет жизнь отца. О том во всей вселенной священные псалмы. Терпение, что рождает, пером не описать. Нетерпелив Саул, мозжат все 10 пальцев, и жертву, нет, себя и корень свой сожег. Учения святых для памяти остались. Горшечник знает выдержку и как обжечь горшок. Терпи, сынок, терпи, над раненым солдатом склонилась медсестра с спасительным крестом. Терпение, генерал, кладет хирург заплаты, терпению за святое установи престол. Не год апостол Павел, 4,5, лишен свободы, ждет, идет этапом в Рим. Так если так случается, по-божьему, с невинным, что нам сказать? Христос, за все благодарим. Все, благодарю, брат, отдай туда вам. Петр Андреевич, можно? Что это такое?
пророки. Хотел сказать про пророков. Знаете, такие пророки были, вообще они странные. Они не все были убиты, кто-то закончил жизнь. И в мире, как там написано. Ну, из, допустим, 16 пророков, которые 4 великих и 12 малых, там еще есть пророки. Илья, допустим, и Елисей, про них не говорится, про них, конечно, но они не оставили книг, поэтому в книгах говорится о них, а они сами как бы не оставили ничего, не писали. Почему не писали пророки? Одни писали, другие не писали. Одних убили, а другие в мире почили. Кто такие вообще пророки? Давайте взглянем с другой стороны. Мы привыкли, там, пророки, Господь им приходил Духом Святым, и они начинали говорить и так далее. Это люди были с необыкновенным воображением. Они уже представляли, что будет. Вот пророк, допустим, Иеремия. Все начинают защищаться от вавилонян. Готовится великое нашествие, они все знают. Ну, приблизительно 600-й год. Это до Рождества Христова. И, ну, все готовятся. Понятно, война, надо готовиться. Что там, Сидекия дает команду, армия готовится и так далее. Пророк Иеремия, он уже говорит, о нем знают. Говорит он о состоянии еврейского народа. И вдруг это состояние еврейского народа переводится... Он, я не знаю, он не понимал, что ли, что будет. У него воображение необыкновенное. Он начинает писать, что нужно сдаться. Сейчас вот армия идет, а ты сдайся. Всей страной. Но мы армию приготовили уже. У нас ребята все уже готовы. Воображение, как они пузо режут там врагам, там горло. Ну, раньше тогда было вот так вот прям. Друг против дружки стояли, резались. А Иеремия опять свое. Уже уничтожают все его эти записи. Царь уничтожил. А Варух рядом с ним ходит. Ученик его тоже будет пророком. И Господь ему говорит: так, опять сади Варуха, начинай опять по новой. Да. А почему он, Иеремия говорит, как будто, говорит, в моих костях пламя какое-то разлилось, я не могу остановить его. То есть Господь воспламенил так дух его, он опять начинает опять свое. И уже не отдает царю, все понятно, Господь разум уже у царя затмил его гордыни. Начинает народу говорить, и, конечно, народ восстает тоже против него. Все против него, как один. Закончил он свое пророческое служение, как написано, в 585 году. Знаете почему, да, в 585? Потому что в 586 году произошло падение Иерусалима, все-таки пришли войска, легко захватили его, всех, ну, всех уничтожили духовно, всех, никого не осталось. Почти всех убили, там, десятую часть, может, увели в Вавилон. Еще и оставили кое-кого. Еще не сразу сожгли этот Вавилон. Три раза захватывали этот Иерусалим. Три раза захватывали эту Иудею. Господь чудо там сделал, умертвил под стенами. 185 тысяч отошли, потом опять пришли. А пророк все это время, эти, не знаю, сколько там лет, это 15 длилось. Он все время говорил: сдайтесь на милость вавилонян, сдайтесь на милость вавилонян. Он что видел? Скажите, что он видел, когда так говорил? У него перед глазами кровь была вся. И он говорит: жены будут у вас растерзаны, девицы все отданы в рабство. Ну, понятно, что там будет делать. Все дети ваши будут рабами, всех мужчин убьют. От меча погибнут все, он говорит. Он видел это все, он представлял. И поэтому, когда пришел Христос, Господь просто сказал: любите врагов ваших. Любите врагов ваших. Мы почему об этом забываем-то? Почему мы начинаем опять говорить о какой-то отчизне? То, когда нету ничего, отчизна небесная, все, ну, она небесная отчизна, как была, ищите Царство Небесное. Не написано: ищите Святой России, Руси. Написано: ищите Царство Небесное. А к Царству Небесному подходит только: любите врагов ваших. А они вот там такие, они там против то, они вот нам... Это враги? Враги.
Любите врагов ваших, говорит Господь. А я говорю вам, любите врагов. Ты христианин? Я что-то чувствую, у нас все сворачивается в какой-то ветхозаветной церкви опять. У нас же, по-моему, новая заветная церковь. Знаете, если мы так будем сворачиваться к ветхозаветной, у нас никакой радости не будет спасения. Вы забудете, что такое радость. И то, что апостол Павел говорит, радуйтесь. Он принес свободу, апостол Павел. Видно, сколько он страдал и погиб за это. Почему мы должны идти под бремя этого опять Ветхого Завета? Защищать Родину там и так далее. Родина у нас одна. Ты защити Царство Небесное хоть немного. Вот все о терпении, сколько Игнатий Игнатьевич говорит. Ну там он прямо не ставит вот такие, прям, как я сейчас, девизы какие-то. От чувств таких волнительных, внутренних. Ну, то, что он говорит, понятно. Это у Игнатия Игнатьевича такой стиль. Но иногда он тоже как выдаст, мало не покажется. Ну, в этот раз так. Раз праздник, там торжество, и некого было стягать. Я вчера сказал брату, я говорю, вот через телефонную трубку, я готов как Златоуст сейчас прям схватить тебя с этой повозки и помрдать сам тебе, чтобы ты очнулся, что ты вытворяешь. Мне не надо ветхозаветного служения твоего. Ты новозаветное исполни. Ты терпи. А нас придут убивать. А мы для чего тут существуем-то? Это что, у нас никакой подготовки ни у кого нету, что ли? Это придут убивать, и я что, буду теперь все-все отрекаюсь от Христа, что ли? Так мы для этого и с вами здесь и находимся. А я так думаю, если так дальше пойдет, никакой общины не будет. Ветхозаветные общины Христу не нужны. Если вы не все не включите долготерпение, я вижу, на долготерпение пора переходить, так? И не будете любить врагов ваших, любить врагов. Через вот не могу любить врагов. А как? Ну, молитва понятна. И воинов там, за воинов можно тоже молиться своеобразной молитвой. Не чтоб там, донеси, Господи, пулю там мою до врага. Вот Ваня, он не пошел в армию. По какой причине? Сейчас, считай, 8 месяцев лишних он трудится, работает. Это он показал пример, что не пошел в армию. Вот такой пацан, можно сказать, ну он уже возмужал, у него борода пошла уже. Но я имею в виду по отношению к тому, кто такие заявления делает в нашей общине. Ему что, ничего не будет? Да я ему говорю, тебе что, не стыдно идти туда, ты возьмешь оружие и потом будешь стрелять? А как ты докажешь, что ты не убивал? Я докажу. Каким боком, квоком? Ты придешь, будешь здесь героем с медалями, ну, поранитый, допустим. А я тебя вижу другой, оторванная голова там где-то лежит. И все, и нет тебя. И словами, я же тебе говорил, предупреждал, это уже ничем не оправдывается. Не оправдается. А ты получил денег каких-то. Фу, нету денег, все. Другие бумажками прикуривали от этих денег. Они для них ничего не значили. Терпением, вот слово терпение, оно относится к чему? Мы будем с вами, верующие, отвечать за кровь, чужую кровь, которую кто-то пролил, вообще враги наши там или друзья. Пролили чью-то кровь, а мы ответим. Это было всегда. Почему? Миролюбие христиан, которое Христос показал через вот проповедь Игнатия Тихоновича, миролюбие, оно никому не нравится. Мы с вами, и я сейчас тоже, я слабак, я неудачник. Но я хочу быть в глазах Божьих христианином. Я хочу быть его учеником Христа, хочу именно по его стопам идти. И нас ничего не должно свернуть. Мы должны терпеть до конца. Слава Христу. Во веки. Аминь. Аминь. Вам слово. Я спрошу, Игорь, ты что-то один сегодня. Где остальные у тебя? У меня дети... Болящие были записаны. Болящие записали. А болящие о чем рассуждали? Дети во болящих молились сегодня в храме. А жена где? Жена в отъезде. В командировке. Ты помнишь, выезжал, ни с кем не советовался, сколько ты там был, у Бобриков-то? Адыгея, ты же опять собрался туда ехать. До конца уже прижимаешь к стенке, а какой ты верующий-то? Ты ничего здесь не получил разве?
Разве ты отлученный какой-то? Тайна. Заболели. Как они заболели? Лежат, они играют, там они не заболели. Это обман. Болеют от того, что родители к ним относятся, как к игрушкам, к обезьянкам. И ты тоже собрался туда ехать, и ни батюшки, ничего нет. Закрыто. Как это понимать? Отец называем. Но с отцом-то хотя просился. Едете зачем? За деньгами? Адыгея. Это другая вера у людей. Все. А поехали туда. Я Бобрика был, там знаю хорошо. Там духовно ничего нету. Сколько ему лет, Игорю? Точно не могу сказать. Он стоит на первом месте в Российской Федерации по прыганию с парашютом. И когда боятся военные, он поп. Он прыгает первый, показывает, раз он раскрыл. Мы были, он меня просил денег на парашют. И туда опять едешь, что ты. И главное, тайна. Это настолько это... Я знаю, когда один священник там маленько сплоховал, ну что-то там было такое. А у него было написано, если кто-то на меня пошел таким же путем, обратно не принимаем. И меня не принимайте. Нам кажется, я буду 100 раз падать, и потом умышленно падать. Ну как так? И батюшка здесь, и ничего нету. Мы одновременно с вами теряем сейчас, теряем в буквальном смысле 10 человек. 10 человек в этой маленькой общине мы теряем за один день. Ну пока батюшка здесь-то, ты можешь подойти-то, батюшка, мне только тайно сказать тебе, вот он здесь стоит-то. Не врахнулся, сидишь и дремлешь. Речь идет о жизни твоей. Сколько тут получил-то всего? И в лагере был, и она поехала туда, уже ей должен знать, и все, ни слова не говорит, куда-то виляет, как говорится, кошка хвостом. Ты знал, что он уезжает? Никто не знал, и в прошлый раз даже батюшку спрашивает, не знают, как ты его отцом-то называешь, перед отцом лукавишь-то. Я тебе говорю, не поздно еще, может быть, едешь по делу, но так не делается. Нигде не делается, мы русские люди, как собирались... Уезжает кто-то, говорят, простите Христа ради, земной поклон. Тот, Бог простит меня, прости. Второе, помолитесь. Пресвятая Госпожа Богородица, молись за нас грешей. Опять земной поклон, а я уезжаю, родители поклонились. И трижды. Нет ничего этого. Я говорю, обманываю или ты согласен с этим? Можно я сказать? А? Сказать можно мне? Да можно, можно, только ты сегодня же намерался, уже батюшка ушел, ты не знаешь, вернется или нет. Вернулся, вернулся. Так, и это не все. Пока обдумай. Так, Володя, вот он говорил, Валерий, ты свободен? Нет, ты можешь, Валерий, съездить в дом инвалидов или как-то престарелых, заснять все, Володя, у тебя другой есть аппарат? Нет. Ну тогда сам поезжай. Он на тебя, я подумал, что ты очень нужен здесь, и то другое. Долг отдаешь. Я маленький вопрос спрошу. Деньги получил ты за то, что за это тебе дали? Нет. Просто я не могу ничего сказать. Я вся внутренность вот так вот сжалась. Что ж это такое? Это христопродавца просто никак. Ты столько раз был здесь, причащался, все. Случайно со стороны уже узнаю. С женой твоей прекрасные отношения. Ее мать стоит, вот она, больная. Простились? Что ты в ответ можешь мне сказать? Можно мне сказать, Игнатий Тихонович. Вот я услышал сейчас такое слово «христопродавец». То есть, кто меня, братья и сестры, считает христопродавцем? Вот вы меня знаете. Кто меня считает? Вот просто скажите мне в лицо сейчас, что я христопродавец. Сколько общений у меня было и есть общение. Вот кто считает? Я не слышу ответа. Нажалось, не дави, давай говори. Нет. Конкретно. Да, дело, уезжаешь ты или нет? Опять. По поводу, что такое отъезд. Вот я в некоторых группах, вот я узнаю через интернет, что кто-то куда-то уехал. Написано, человек в поездке. Я не знаю, куда человек едет. Помолитесь. Ну, помолились о поездке. Приехал. Слава Богу, приехал. То есть, я не знаю иногда причин, куда человек едет и по какой причине он едет. Но я его не называю христопродавцем и не могу назвать, потому что, когда я вижу, что человек вместе, когда человек говорит о Христе, когда человек говорит о Боге, как я могу его назвать христопродавцем? Если человек говорит о Боге, о Христе, если в поездке, в которой он был, он говорит людям о Христе, он знакомится с новыми людьми. И эти новые люди узнают о вере этого человека.
как можно назвать этого человека христопродавцем. То есть, прежде чем не исследовав дело, я не могу назвать кого-то христопродавцем или отступником, или человеком уходящим. Это я так не могу. Я бы не хотел, чтобы меня кто-то называл, или называл, что я делаю это тайно. Просто если какую-то информацию я не сказал, это не значит, что я сказал тайно. Это значит, просто есть какая-то неопределенность. И в этой неопределенности я не хочу никого вводить в заблуждение, о чем-то говорить, чтобы потом это перетолковывалось, а потом что-то не получилось. Понимаете? Ну, да, оно и не получится. Здесь выступила моя супруга, записано это. Передаю не точно, но смысл слов, которые я понял и которые я хотел бы, чтобы был донесен до всех слушателей. Помолитесь о воле Божией, будет поездка. То есть человек поехал узнать, какая обстановка, что, какое рабочее место, что и как. То есть речь идет о конкретной работе. Не проехал на отдых куда-то отдыхать за деньги там или просто, а просто поехал узнать. Человек врач. Я узнал, когда я был там, что есть такая необходимость, есть вакансия, я узнал. Но одно дело узнал я, другое дело узнает человек, который разбирается в этом подробно. Было обсуждение, было принято решение съездить узнать. Почему не было объявлено, уехали, не уехали? Сейчас, например, я сказал, я уезжаю, а потом окажется, что ничего и нет. Зачем я должен заранее кого-то беспокоить? Вот когда будет ясно, какая обстановка, что и как, вот тогда я могу сказать о том, что будет поездка осуществлена или не будет поездка осуществлена. Понимаете? Но при чем тут христопродавцы? Вот я был более 2 месяцев, я сейчас точно по дням не могу сказать. Но скажите, сколько было у меня общения? Вот кто ко мне подходил, я приехал, и кто ко мне подошел и спросил: Игорь, а сколько у тебя было общения? Со сколькими новыми людьми ты познакомился? Где ты участвовал? Говорил ли ты о Христе? Кто-то повлиял на мою жизнь? Или я должен был здесь сидеть просто физически, и я сюда пришел? Вот обратите внимание, вы кто-нибудь замечал, чтобы я пропускал хотя бы одно собрание? Я пришел, помолились, я захожу здесь. Я даже место вот это избрал, чтобы было обзорно, чтобы я видел все и старался слышать все. Кто-то мне может обвинить, что я пропустил собрание или что-то? Кроме того, подойдите, спросите, где я был, скольким людям я засвидетельствовал. Я познакомился с людьми, с новыми людьми. Я общался с этими людьми. Я засвидетельствовал людям о своем понимании православия. Когда я говорю, я православный христианин, но я открываю Библию, я вижу в глазах людей удивление о том, что как так? Разве такое может быть православный? Меня не считали православным. Я как бы не убеждал, я говорю, я православный, я себя считаю православным. Но кто-то скажет, да ты не православный. Хорошо, я себя считаю православным. Я себя считаю православным христианином. И я свидетельствовал людям. И такое православие я видел в их глазах, что они не видели. Я хорошо сделал, что приехал, или я должен был здесь отсидеться, побыл на богослужении, пошел домой. Да, я здесь числюсь, я числюсь членом общины. А что я сделал для благовестия? Что я сделал для благовестия? Я, допустим, не буду христопродавцем. Я хорошо. Вот здесь, смотрите, сколько людей было на богослужении и сколько здесь осталось. Посчитайте. Сколько людей осталось? Они не христопродавцы. Почему? Потому что они здесь. Они числятся членами общины и, скорее всего, в следующий раз они придут. А я человек, который уезжал на несколько, не могу сказать точно, но больше 2 месяцев. Я христопродавец получился, потому что я почему-то уехал. Но я же вернулся. Я вернулся, и я даже вот общались мы здесь после того, как я вернулся. Я немножко рассказал о своем опыте, а какие мысли мне пришли. А я был наполнен темами определенными, с которыми хотел поделиться со слушателями. Но когда пришло мне на занятие, я посчитал, вот был Игорь, у нас занятие прошло, кто еще был? Лена, я предлагал людей остаться, я хотел поделиться, но как-то, видимо, не было интересно людям. Приехал брат, что приехал. Я сейчас свои мысли передаю якобы на мысли других, хотя это может быть не так другие мысли, или может быть у других были заботы. Но при чем тут христопродавец? То есть, как я понимал и понимаю сейчас,
что прежде всего, если человек в определенных мыслях живет, если он ходит, значит он брат во Христе, если он проповедует о Иисусе Христе. Куда бы он ни уехал, но надо узнать, какая цель. И тут никакой тайны нет, потому что я знаю, что у одного одно мнение, у другого мнение. Сейчас, если я начну вот эту... Ну а к чему это может привести? Когда будет ясно, тогда я просто планировал встать и выступить. Сейчас супруга поехала узнать. Это первое. Второе. Если такая поездка возникнет, и если вдруг я поеду, что это означает? Означает ли это уход из общины? Нет, это не означает уход из общины, потому что я с братом Севастьяном советовался и говорил, а если вот такая поездка гипотетически возникнет, я уехал, могу ли я оставаться членом, потому что я не ухожу, у меня нет цели уходить из общества. Ну, из слов его понял, что вот если вот именно во всех тонкостях, что ты не здесь живешь, значит ты как бы членом не являешься. Я говорю, ну а если в интернет-сообществе? Если я могу участвовать в интернет-сообществе, если я подключен, если у меня есть возможность общаться через интернет-ресурсы, можно меня рассматривать как членом общества? Или нельзя, или я отступник, потому что я просто сменил географическую локацию и якобы никому не сказал. Хотя я говорил. И когда в первый раз уехал, я с батюшкой общался. Да. Он не кончен никогда. Нет, никогда. Ты уже оправдание три раза одно и то же. Сядь пока. Послушай. Значит, одно слово тебя достигло. Христопродавец. Ты повторил его где-то 28 раз. Зачем? Я услышал. Да ты сидел, спал. Когда до этого считали. Ты что, перед глазами сидишь и тут даже врешь, прости Господи. Спал напропалую. И о чем говорилось, а ты не знаешь. 44 раза только Библию в руки надо было взять, открыть. Значит, слово «христопродавец» тебя коснулось. Если тебя это не касается, ты даже не обратил внимания. А почему? Потому что Христос – это то, где Он тебя поставил, и искать будет. Вот какое. А я хочу, где лучше. Что, в каком смысле? Покажи результат. Кто-то обратился, этот бобрик стал духовный. Ничего нет этого. Я успел здесь поговорить со своей супругой даже. Слушай внимательно. Из твоей биографии. Откладывать все на завтра у тебя было. Это совершенно не годится. И у тебя ты сейчас говоришь, а это есть. А потом может как-то образуется. Если нет, я вернусь. Я говорю о том, что почему нет совета. Только вот это надо объяснять было. Ты начал говорить, что мне это совсем не касается. Батюшка, здесь ты подошел бы. Батюшка, я думаю уезжать на заработки такой. Я там был. Как мне было-то? Почему не посоветовался? Один вопрос. Да это требуется полминуты. А ты расквасился никакого конца. Это что называется? Какое слово? Когда человек говорит много и скрывается за этими. Подумай, какое слово? Грамотный. У тебя это и есть, понимаешь? Нет, однажды ты хватил, когда... Да это я тебя не обидеть хочу. Сохрани Бог это. Забал ты там где-то, что на шофера пойти. Там справка мешает, что-то ненормально. Помнишь этот разговор-то? И ты... Ну ты решил доказать, у тебя высшее образование. Я поступлю в университет и закончу. Было? У меня документ за подписью священника, и на строй был, все расписались. На бумаге. Оно мне все целое. Слушай, я говорю, как ты проверишь себя? Я могу псалтирь там замучить наизусть. Я говорю, 118 псалом. Было или не было? Игнатий Ильич, события соединяете немножечко. Я не знаю, что события... Я говорил о памяти твоей, помочь тебе не дурить. А псалмы я помню, что была попытка. Был еще, считаю, молодым. Ты до 8 стиха дошел, 9 запоминаешь, первый забыл, 10 забираешь, второй забыл. То есть размер 8 стихов – это полностью переполненная голова у тебя. И расписались, ты священник у меня был, и ни один, а ты еще ничего не помнишь. Почему? Я ни о чем не говорю. У нас такой потеряйка тоже. А где был? А где-то там около Волги. От кого прячетесь-то? Я только то говорю, если ты здесь родился, Христос тебя привел сюда. У тебя отношения какие там с родителями, с отцом. Чуть не забор-то опалец-то были, я через забор разговаривал с ним. Как он обвинял меня в чем-то. Ты забыл? Ну, бать, ворота. Ты, я говорю, у меня заворенная какая-то. А если шабах, то по голове еще будет. Когда это было, скажите, Игнатьевич? Да. Когда это было вообще? Да еще буду записывать. Я дневник веду для себя, не для тебя. Ну, я все говорю своей. Что-то занемогли. Ты у нас, я говорю, воды принеси. Воды пить нету. Что ты ответил? Я впервые в жизни такое слышал. А может я в следующий раз? Речь идет о воде. Готовить не на чем. И ты стоишь в берег. А может я в другой раз? Я так ахну. Что такое? Когда? Учится на священнике, когда ты же
куда нас заводишь всех? И кончил ничем. Прислушайся, что ты говоришь, не берись за то, что не по силам. Не надо показывать супер. Меня психиатрия продержала 26 лет. А потом реабилитируем, все сняли, злоупотребление советской психиатрии. У меня там все написано, номер какой, как я вышел, судили, то есть по-другому они не могли. Генерал Петренко, там, который был, сколько арестовано было. Это Хрущев сказал, у нас политических соперников нет, у нас есть умалишенные. И все, кто слово сказал против власти, сразу справку давали. Я знаю, у меня руки выпущены, все было. Это полностью все государство. Мне выдали документ, он мне с собой открыл, показал. Желаешь, покажу. Оправдание называется не просто так, а на 100%. Если бы не оправдали, не было реабилитирования, вот этого бы не было, мы сюда не пришли. Крутились, 11 лет шел суд. 11 лет! Это и тогда еще СССР было, крутили, вертели, и все-таки вернулись на это. И мэр города, и прокурор края, все на моей стороне. И мне сказали, руки, ноги не вставишь, давайте закончим. Они закончили. А счет был не маленький у меня к ним, 11 миллиардов. Миллиардов? Это деньги, деминированные были деньги. И малая часть рассчитали с недвижимостью. 13 соток, ну, я разговаривал, когда глава администрации здоровья, ну, какое помещение? Ну, 100 метров. Получил 226. Почему? Господь. Мне вот что нужно? В интернете. А у нас большой интернет. Мы с тобой не можем разговаривать, считаешь ты или нет. У меня только на одном канале просмотров 88 миллионов. Ну, что ты можешь показать, когда не счет? Это предательство Христа. Он тебя, Христос, избрал, ты был у нас там, и в лагере, и там-то что было. Ну, все по-хорошему. Несмотря на то, что отец у тебя там в органах работал, где-то он против нас был. Я к тебе только к одному стал. Почему не пришел к батюшке? Позвонил бы. Твоя теща, она вторая мать тебе. Она, вот она стоит в дверях. Мы с ней лучшие друзья. Она меня здесь водит, я ее вожу, где надо. Она живет у меня через стенку. И у нас с ней конфликтов никаких нету. Куда бы она ни пошла, перепишет все, скажет, я там-то, все. Она тебе поближе маленькая. Ты помнишь, мы дорогу ехали, а я знаю ваши отношения такие. Я тебе говорю, Игорь, сейчас приедем домой. Первое что, пойди впереди вниз и скажи, как бы не ты, у меня бы жены такой красавицы не было. А ты говоришь, ну, когда-нибудь, то есть... Напоить могу через неделю тебя, попросить прощения, по сегодняшний день это то, что спрашивал, нет. Чего ты уцепился за это слово, оно тебя закололо, это и есть христопродавство. Ты со Христом, а кто? Будьте святы, как я свят, Господь говорит. Подражайте мне, Павел говорит, как я Христу. Что ты можешь показать из этого подражания? Это твоя духовная родина здесь. И мы как все чужие. Мне хотя бы ты мог сказать, тем более у меня в лагере ты где был, когда тебя ударило, там это отлетел. Было или не было? Или все, я должен документы показывать? Нет памяти. Ну и не фигурируй тем, что 5 институтов закончил, а тебе не нужны. У нас есть Польгуев такой, Николай, а у него сын Лева. Образования никакого. Но он любую технику отремонтирует, любую машину, где угодно. Ему не надо, он прием все. У меня Гавриил, отец его был. Едем мимо свалки, он остановится. Найдет какие-то там или холодильники, или что-то, все поставить на ноги. Знаний-то нету, у меня нет, я вообще не соображаю ничего. Но прежде чем пойти куда-то, я 10 раз позвонил, да, от отца получил. Пойти через дорогу, напротив сосед живет. Он Марья, моя жена, жена, говорю, мать. Он ей говорит, я к Семену пошел, а мать с печки возится. Он стоит опять, Мария, я, да иди уже 5 раз тут сказал. Потеряли, нет, батюшку спрашиваю, не знаю. Так что если ты обиделся, проси меня, Христа ради. Я тебе еще напоминаю, еще я в пустоту кидаю, и ты не помнишь. А я помню. Вот, который я говорил, проповедь. В одной проповеди только, я на память открыл 44 раза Библию. По всей Библии Ветхий Новый Завет прошел. Как сегодня там Андрей Кураев, другие, этот игумен Сахаров, называют меня главным миссионером, то другое нет. Бог открывает это. Но я этим не бравирую. Вот они лежат книги. Тысячи вопросов, которые отвечены. А где они в университете, экспромтом, по 5 параметрам? Бог не обидел меня. Я тебе желаю не уезжать. Ты не чужой.
И уезжая, я как будто навсегда теряю тебя. Ты уезжал. Сколько тебе? Ты же не 5 месяцев там был. Потом раз... Три года его не было. А? 3 года не было. 3 года? Кому сказал? Ну вот, вот тебе Христос. Никто показывает. Ничего не знал. Когда мы приехал, дети Божьи, мы всех счастливее на всей земле. Такое общение, что в интернете даже наше содружество, нет нигде, что православные ставили на первое место Библию, святых отцов, каноны. Нет такого нигде в мире. Тебя там нету. Нету совсем. Если что-то ответить, ну, Юлия там Викторовна, то она откроет, видимо, нас увидишь, если маленько сказать что-то. Вот он сейчас уезжает. А какая нам печаль? Я телефон не звоню никогда. Вчера он мне звонит. Вот представьте, он звонит мне, да звонит 2 раза. В общей сложности, ну не меньше полчаса говорил. Вот он сидит. Со мной разговаривает полчаса. У меня время минуты нету. Корректировку веду. 310 проповедей. А как корректировал? Готовится новое издание. А для чего я так говорю? Смысл-то какой? Если Господь нас призывает, и мы друг другу близкие, дети Божии, вот в этом Он заботится, брат, об этом человеке. Да как это можно? Да что же такое? Маленько уехал, видимо, где-то опять 2 раз звонит. Со мной разговаривает больше 3 минут, а выше нет. У меня написано, 2-3 минуты можно разговаривать. У меня нет времени. Мне 85-й год заканчивается. И он, как он страдает об этом? Никому это нет. А он такой где-то... Он истинно болеет. Потеряевские отправили детей учиться сюда. Никто не дрогнул, только один он. А кто с ними заниматься тут будет? Когда сказал, городской заботится о ваших детях, которые учатся здесь. Кто? Даже гадать не стали, сразу показали. Игорь Владимирович, ты не смотри, вот, вот конкретно он о тебе заботится. А дружбы-то близкой нету. Слово христопродавца разбери где-то. Оно тебя коснулось, потому что это сердцевина твоей болезни. Еще раз говорю, я не обидеть хочу тебя, прости меня. Мы дети Божии, мы всех счастливее на всей земле. Прости, Христос. Брат, у тебя есть слово? Да, конечно. Я вообще сначала подумал, что христопродавец, это ко мне относится. Нет, я с не говорил, не стал. Ну, уже все знают. Я вчера оповестил, и начались и звонки, и обсуждения. Я подписал с ВС РФ контракт на 1 год. Как такое могло случиться? Сразу, как только слышим слово «армия», это война, кровь, взрывы и так далее. Почему? Потому что сейчас война идет. Совсем не обязательно, что это война. Вооруженные силы у нас стоят по всей стране. От севера до юга, с востока и до запада, у нас везде воинские части. При мне одного отправили в Славгород, другого в Бийск. Это не факт, что я тут же поеду на Украину. То есть первое, куда нас отправляют, вчера ожидал, что мы отправляемся в Омск. И вообще, то, что я сегодня здесь нахожусь, это уже что-то необъяснимое. Я ко всему тоже подхожу с молитвой. И ваших молитв всегда прошу. Но здесь получилось очень быстро, что я оповестил всех, скажем так, с опозданием. Я всегда был склонный к военной службе. И в детстве всегда смотрел передачу «Служу Советскому Союзу». И мечтал поступить в военное училище. Но вот как-то Бог не дал по здоровью. И в армии отслужил. Тоже даже хотел идти на сверхсрочку. Но опять меня это все минуло. Наверное, пробил час. Все-таки. Так скажи, пожалуйста, посещение айкидо, где деньги платил там по 500, жена твоя говорила, это имеет отношение к этому, что у тебя настрой такой? Нет. Никак? Нет, там спорт, ну пусть боевой, но это нет, никакого отношения. Так, в общем так, сейчас едет, что он мне обещал, рассчитайте. Володя, съезди, пожалуйста, все заснять и выйдите, когда где стоит там дом престарелых, потому что в интернете там юристы... Услышали, просто статья какая, мошенство называется, уголовный кодекс. Он все это покажет. Самое прекрасное, что ты нам сегодня подарок сделал, твоя родная дочь здесь. Я рад. Ее обнимают из рук не выпускают. И она оделась, как будто нигде она не была, до крыльца дошла и вернулась назад. Понимаешь, у меня нет, чтобы человеку 2 стихотворения писать. Я посвятил 2 стихотворения, которые Виктор Николаевич положил на музыку. Ты знал это? Да, ну вот да. Так. Так что нас прости. Все-таки контракт. Так, Володя, съезди с аппаратом, да просим подписать. Я договорю. Он не договорил. Ну, он раз, ты подписал? Контракт, да, подписан.
Поэтому все, кто говорили опомнись, откажись, поздно. Контракт подписан. Если я сейчас не являюсь или отказываюсь, это от 2 до 6 лет. Ну, искусство. Так я не говорил это. Все, на этом заканчиваем. А давайте. С кем-то посоветовал? Ты что такой воодушевленный? Я понять не могу. Ты что прям в небо-то летишь? Что, кукушку сорвало, что ли, у тебя? Ну, считай, пусть кукушку сорвало. Ну, я вижу по твоему состоянию. Готов ли к войне? У тебя хороший характер, я знаю. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую, без сомнения, Серафим, без исцеления Бога слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне. Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы. И всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Просвети нас, Господи, Владыка жизни, прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Господи, прими нашу молитву воздяние в рук, как жертву вечернюю и благоухание приятное перед престолом благодати Твоей Божией. Ты, Владыка, сотворивший вселенную и сохраняющий ее, как зиждитель. Ты, Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. И о незаповедавших мы взываем, кому возвестили слово истины. Дай им твердо поверить в то, что покаяние возможно только при этой жизни, что за гробом нет покаяния, приемлемого Тобою. Тебе за все хвала и слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Аминь. А мне сейчас, собой вот, берешь, мне сейчас на сердце аппарат. Что пришло, Игнатий Тихонович? Давай, сними аппарат. Это сверни, вот когда мы принимаем...